to be here with you this morning. Для меня честь быть сегодня с вами. With me is my wife, Jeanette. Со мной моя жена Джанет. She is the one that the Lord created for me. Она та самая, которую Господь сотворил для меня. She's my perfect helper. Она мой идеальный помощник. My friend Mark, a ministry partner. И мой партнер по служению, друг Марк. He's a blessing to my life, and I'm gonna let him share a little bit. Он благословение для моей жизни, я бы хотел дать ему возможность немного поделиться. And he can share what our ministry is about. That way you don't hear me twice saying the same thing. И он немного расскажет о нашем служении, возможно, мы где-то повторим друг друга. I want to thank you for the opportunity to come. Я, конечно, хочу в первую очередь поблагодарить вас за возможность быть здесь. It has been a blessing to be in the presence of the Lord. Это благословение быть в присутствии Божьем. No matter where I go in the entire world. Неважно, куда бы я ни поехал в целом мире. When I'm with my Christian brothers and sisters. Когда я с моими братьями и сестрами в Иешуа. I feel the presence of the Holy Spirit. Я чувствую присутствие Духа Святого. I want to give a special thank you to my brother. Я хочу дать особую благодарность брату Ефраиму. He has blessed me beyond words. Он благословил меня превыше всяких слов. One day we will no longer be separated by speech. Однажды мы не будем больше разделяемы друг с другом только словами. Maybe in the millennium or in heaven. Может быть, в Царстве Божьем. We'll all speak Hebrew. Мы будем все говорить на иврите, и языкового барьера не будет. But again, it's my privilege to be here. Но опять-таки для меня большая честь быть здесь. Our ministry was founded in 2005. Наше служение было начато в 2005 году. I became involved in 2009. В 2009 я стал частью этого служения. And it is a blessing to be involved in our ministry. И для меня благословение быть вовлеченным в это дело. That is literally around the world. И это на самом деле буквально распространено по всему миру. But when we found out about your congregation, и когда мы столкнулись с вашей общиной, we had very little money in our bank account. На нас было очень немного денег на нашем банковском счету. And Pastor Jamie said we need to give. И пастор Джейми сказал, мы должны дать. We gave by faith to this congregation. И мы верой дали этому собранию, этой общине. We gave almost 90% of what we had in the bank. И мы на самом деле вам дали 90% того, что было на нашем банке. Поддерживает наш Холокост, служение с Холокостом и то, что мы даем гуманитарную помощь. As a seed offering. И как сеяние семя. And because of that, our ministry blossomed. Благодаря этому наше служение стало процветать. Just like Genesis chapter 12, verse 3 tells us. В точности так, как книга Бытие говорит нам. He said, well, bless those who bless him. Что он благословит тех, кто благословляет. И проклянет тех, кто проклинает. You've been a blessing to me today, and I pray will continue to be a blessing to you. Вы были для меня благословением сегодня, и я поблагодарю за то, что вы были благословением. We are switching places again. Мы меняемся снова местами. Our ministry is all over the world. Наше служение, как Марк уже и говорил, действует по всему миру. Our vision is to reach the unreached. To reach the unreached. Наша задача достичь недостигнутых. In the remote places of the world. В самых удаленных местах по всему миру. And we also reach out to the children that are left behind. И также мы пытаемся достичь детей оставленных. The Lord has given us opportunity. Бог дал нам возможность. To plant orphanages. Служить сиротам. Or foster homes, и также фостерным семьям, nutritional centers, центром кормления, water wells in Peru, в том числе в Перу, in the jungle of Peru, в джунглях Перу, and we're all over the place. И мы на самом деле стараемся быть во всех этих местах. But we believe, но мы верим, like Mark said, как Марк говорил. That the moment that we got involved in Israel, что в тот самый момент, когда мы включились в служение в Израиле, the Lord blessed the doors of our ministry. Господь благословил особенно и дал рост нашему. It has grown so much. И мы выросли настолько сильно. That right now, this moment, что вот в этот самый момент, there is people coming to Christ. Люди приходят к Машиаху.
that we don't even know. Даже когда мы этого не знаем. Can you give me glory and honor? Давайте дадим ему все славу. Hallelujah. So my name is Jamie Flores. Меня зовут Джейми Флорес. And we're happy to be here. И мы рады быть здесь. We didn't think that it was going to be possible. Мы даже не думали, что это будет возможно. But the Lord filled us with His peace. Но Бог наполнил нас своим миром. And that's why we're here today. И вот почему мы сегодня здесь. So we give Him the honor and the glory. И мы отдаем ему всю честь и славу за это. Today I'd like to talk to you about suffering. И сегодня я хочу говорить с вами о страданиях. So discouraging, right? Немного воодушевляет, правда? You may call it a different name. Вы можете это называть по-разному. Struggle. Может быть, трудность. Battles. Fights. Битвы. Сражения. But it's the reality of our life. Но это реальность нашей жизни. Every day. Каждый день. That we live. Когда мы живем. We have to deal. Нам приходится сталкиваться. With suffering. Со страданием. And the Bible says. И Библия говорит. That it's going to get worse. Что будет еще хуже. Every day that goes by. Каждый день. It's going to get worse. Каждый день будет. We're living almost on the end of this era. Потому что мы живем практически в последнее время. Joshua. Yeshua is packing his bags. Придет. He's coming back. Он придет. For us. Для нас, за нами. We better talk about suffering. И поэтому нам стоит говорить о страданиях. Let's pray. Давайте помолимся. Father God, we thank you. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. For the opportunity that we have. За возможность, которую Ты нам дал. To share Your word. Делиться Словом Твоим. Pray, Lord God. Молиться Тебе, Господь. That You speak through me. И мы просим, чтобы Ты говорил. I pray that You soften up the hearts. И чтобы сердца были мягкие. Open up the minds. Открывай разум наш. So they can receive Your word today. Чтобы мы могли принимать Слово Твое сегодня. In Jesus' name. Во имя Иешуа. Amen. Amen. It is intimidating for me to share in Israel. Для меня очень волнительно делиться этим в Израиле. Because you guys know everything about God. Потому что, конечно же, вы знаете все уже о Боге. Right? But we believe. But today you're going to see a different view. Но, возможно, сегодня вы увидите несколько иное представление. God speaks to all of us different. Бог говорит каждому из нас по-особенному. So I'm going to share what the Lord had given me that I believe is for someone here today. И я поделюсь тем, что Господь вложил внутри меня, возможно, это коснется кого-то сегодня. And because of the lack of time and the translation, I'm going to go right to the point, short and to the point. Но и поскольку у нас времени не так много, время занимает еще и перевод, поэтому я буду говорить очень коротко, пунктами. So I wrote it all down so I don't miss anything. И я выписал себе конспект, чтобы ни о чем не забыть. Because I believe this word is from the Lord for someone here. Потому что я верю, что это слово конкретно от Бога для кого-то сегодня. So we're talking about suffering. Так что мы говорим о страданиях. And it might be discouraging. The topic might be discouraging to you. И возможно, это не очень воодушевляющая тема, кажется вам так сегодня. But I pray that on the end you will have hope. Но я молился и верю, что в конце концов у вас будет надежда. The hope that comes from the Lord. Надежда настоящая с неба. So I'm going to start by sharing with you a little bit of my testimony. Немного я хочу начать тем, чтобы поделиться своим свидетельством. Again to the point in short. Опять очень короткими пунктами. So number one, what I can tell you about my life. В первую очередь, когда я вам говорю о своей жизни. That I was born in Guatemala. Я был рожден в Гватемале. And at the age of 6 years old. В возрасте 6 лет I witnessed the first murder. Я был свидетелем убийства впервые в жизни. My neighbor, мой сосед, killed his grandson. Убил своего внука. And I got to witness it. И я это видел на моих глазах. I grew up with an angry father. И я рос с достаточно злым отцом. A man who verbally abused my mother and my brothers and sisters. Человеком, который по сути издевался над моей семьей, над моей матерью, над моими братьями и сестрами.
When I was about 10 years old, my father left us. И когда мне было 10 лет, отец оставил нас. He abandoned us. Он покинул нас. And I thank God for that. И я уверен, что это Бог сделал. When I was about 12 years old, когда я был 12 лет возраст, coming from a congregation meeting around 9 p.m. Coming from a congregation meeting, когда я возвращался в 9 часов вечера с служения, my brother, who I love, мой брат, которого я любил, was killed when I was by his side. He was killed. Он был убит. Someone took his life. Кто-то забрал его. When I was with him, когда я был с ним. That was when I was about 12 years old. Это когда мне было 12 лет. They hindered my life for a long time. И это достаточно продолжительное время в жизни моей. Watching him dying in my arms, когда я видел его умирающим на моих руках, made me very angry at God. Может быть, я был достаточно злым на Бога. He had his Bible in his hand. У него была зажата Библия в руках. When he got killed, когда его убили, I was angry at God. Я был очень зол. I couldn't believe that God would allow his child. Я не мог поверить в то, что Бог допустил, чтобы его дитя to die. Умер. Angry at God. Злость на Бога. At the age of 16 years old, 16 лет, I joined a revolution. Я присоединился к революционному движению in Guatemala. В Гватемале. I had a plan. У меня был план. To kill the man who killed my brother. Убить того человека, который убил моего брата. But thank God that never happened. Но слава Господу, это так и не произошло. But I want you to notice. Но я хочу, чтобы вы поняли. That suffering without God. Страдание. Makes you angry. Делает вас зачастую злыми. Makes you grow resentment. Вы растете в resentment. You hate everybody. Вы всех ненавидите. Вы в ненависти живете. You're offended. Вы чувствуете обиженность. Easy. Очень просто это. Suffering without God. Страдание. It's a terrible thing. Это ужасная вещь. I hated my dad with all my heart. И я ненавидел отца всем своим сердцем. I even consider taking his life. Я также подумывал о том, чтобы его убить. What he had done to my mother and to my children. Когда я видел, что он делал с моей матерью, братьями и сестрами, и по отношению ко мне. At the age of 17 years old, 17 лет, I left my country to go to the United States. Я оставил свою страну и поехал в Соединенные Штаты. Running away from the revolution. Убегая от революции. I left my family. Я оставил свою семью. I left everything that I knew. Я оставил все, что я знал. I went to a country that spoke a different language. Я приехал в страну, которая говорила на другом языке. I met people that I couldn't understand. Я встретил людей, которых я не мог понять. I was angry. Я опять-таки был зол. I was lost in a different world. Я был потерян в чуждом мире. I was a total mess. Я был полностью в растерянности. But God used my wife. Но Бог использовал мою жену. At that time, my girlfriend. На тот момент мою девушку. To save my life. Для того, чтобы спасти мою жизнь. She showed me the love of Christ. Она явила мне любовь Машиаха. Because I couldn't believe in God. Потому что я уже не мог верить в любовь. Suffering without God. Страдание без Бога. Is not a good thing. Это не хорошая вещь. I understand suffering. Я понимаю, что такое страдание, like как и многие из вас. Suffering without God produces anger. Страдание без Бога приводит к злости, resentment, a word that he doesn't know. К ненависти, к тому слову, которое я не знаю. Hatred, фактически ненависти к другим людям. But let's talk about suffering with God. Но мы будем говорить. Давайте поговорим о ненависти, о страдании. Let's see if God can use us in the middle of our suffering.
Давайте можем, посмотрим, может ли Бог использовать нас в этом страдании. If you can open your Bible in 2 Kings. Если вы откроете свою Библию на Второе Царство. 2 Kings chapter 5. Пятая глава. 2 Kings. 2 Kings. Второе Царство. 5. Пятая глава. Verse 1. We're going to read the 3. Первый, третий стих. В нашей Библии это 4 царство. Первый стих 5 главы 4 книги царства. Наоман, полководец арамейского царя, был у своего господина в большом почете, потому что через Наамана Господь даровал арамеям победы. Но этот доблестный воин был болен, поражен проказой. В один из своих набегов на Израиль арамеи угнали в плен маленькую девочку. Она стала служанкой у жены Наамана. Если бы хозяин мог сходить к пророку, что в Самарии, сказала она своей госпоже, тот избавил бы его от проказа. So this is a great story. Это великая история. It's a story of a man who was loyal to his master. Это история о человеке, который был верен своему господину. Used by God. Был использован Богом. Because God gave them victory. Потому что Бог давал ему победу. To this man. Этому человеку. But I want us to look at this girl. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели на эту девочку. In verse 3. В третьем стихе. Here we have this girl. Вот у нас эта девочка in a different city, в другом городе. We know that she is captive, мы знаем, что она пленная, slave, по сути рабыня, not by her own choice, не по ее собственному решению. She was taken from her family, она была взята вместе с ее семьей. I don't think she was happy, я не думаю, not happy. Она точно была вряд ли счастлива. And instead, I think that she was angry. И я полагаю, что в ее сердце была злость. Desperate. Определенное разочарование. Suffering. Страдание. And I thought, what can we learn from this young girl? И я подумал, что мы можем понять для себя из жизни этой маленькой девочки. That we can apply to our lives today. Что мы можем применить к нашей жизни. Because we're talking about suffering. Потому что мы говорим о страданиях. Suffering without God. Страдание без Бога. And suffering with God. И страдание с Богом. So the first thing that the Lord gave me for you today is that. Первое, что Господь дал мне для вас сегодня, это. That we must know who we are in Him. Мы должны знать, кто мы в Нем. Her eyes, when you look at the story, her eyes were not focused on her. И если мы посмотрим на эту историю, мы увидим, что ее глаза, ее взгляд не был сосредоточен на ней самой. Her eyes were focusing on him. Ее взгляд был сосредоточен на нем. Because even though she was suffering, потому что несмотря на ее страдания, she knew who she was in him. Она знала, кто она в нем. Can you see the difference? Видите ли вы разницу? You were called. You have a call in your life. У вас есть призвание в жизни. Just like she was. Так же, как было у нее. This young girl was suffering. Эта девочка страдала. But she knew that she had a call. Но она знала, что у нее есть призвание. Her suffering did not stop her from serving. Ее страдания не остановили ее служение. Our suffering cannot stop us from experiencing. Может ли страдание остановить нас в нашем служении? For what God is about to do through us. В том, что Господь хочет сделать через нас. So she was captive. Так что она была пленена. She was snatched from her family. Она была выдрана из своей семьи. Taken to a different city. Взята в другой город. She didn't know the people. Где она не знала никого. Didn't know the culture. Не знала культуру. But she knew who she was. Но она знала, кто она. In him. And when she saw the need, и она так нуждалась, she put her suffering on the side.
чтобы she put her suffering on the side. И она так хотела, что она удалила это страдание за пределы себя. And allow God to use her. И позволила Богу использовать ее. For that well-being. Для того, что он хотел делать. For her master. Для ее господина. The one that has taken from her family. Для того человека. From her family, yeah, right. Для того, кто забрал ее. She put him first. Она поставила его на первое место. He was his, her enemy, per se. По сути, он был ее врагом. But she had her eyes on him. Но она держала взгляд на Бога. And she felt compassion for him. И она проявила сострадание к этому человеку. She loved her enemy, just like the word says. По сути, возлюбила врага своего. Ephesians 2:10, if you can go there. Ефесянам 2:10. Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создал нас через единение с Иешуа Машиахом. Для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить. I don't think that that verse needs any explanation. Я не думаю, что эти слова требуют какого-то особенного изъяснения. The Bible says that you and I were created to do good things. Библия говорит, что мы были созданы для того, чтобы созидать нечто. God chose us. Бог избрал нас. For such a time as this. Для определенного времени. We live in a world, мы живем в мире, who's hungry, который жаждет for peace, мира and love, и любви. And he called you, и он призвал вас, and me, и меня. So in the middle of our suffering, и посреди всех этих страданий, and in the middle of our struggles, посреди всех этих трудностей, we can know who we are, мы должны знать, кто мы есть. And him, no. And serve others. И служить остальным. Romans 15:14. Римлянам 15:14. Romans 15:14. Римлянам 15:14. Братья мои, я совершенно уверен в том, что вы исполнены добра. Все знаете сами и способны наставлять друг друга. Paul says that he was convinced, right? Павел Равшаул говорит, что он уверен. That we all have and are equipped. Что все мы обладаем добром определенным. He equipped us with everything that we need to serve others. Что по сути мы оснащены всем необходимым для служения другим. So we cannot allow our suffering that stops us from serving others, from rescuing others that are in need. Что мы, несмотря на все наши страдания, способны и имеем все необходимое для того, чтобы служить, спасать, помогать другим людям. We need to be aware of our surroundings. Мы должны быть внимательны к тому, кто нас окружает. The other thing that we need to know from the story of this young girl. И то, что мы должны понимать из истории этой девочки. That your ministry, что ваше служение, is where you are right now. Находится там, где вы находитесь прямо сейчас. Right now. Прямо сейчас. If God has you in this congregation, если Бог привел вас в эту общину, serve with excellence. Служите идеально. Serve with excellence. Служите отлично. This young girl, эта маленькая девочка, didn't say, она не сказала, God, when you allow me to be free, Бог, тогда, когда ты дашь мне свободу, and when I go back to my country again, и когда я вернусь наконец в свою страну опять, I will serve you. Я буду тебе служить.
She served him right where she was. Она служила ему там, где она была. Because she knew who she was. Потому что она знала, кто она есть. She put her suffering on the side. Потому что она смогла отодвинуть в сторону свои страдания. And said, Lord, I'm going to do what you call me to do. И сказала, Господь, я хочу делать то, чему ты меня призвал. Many of you know what it is to leave a country, to leave a country, to leave. Многие из вас знают, что такое оставить свою страну. But God has a purpose for your life. Но у Бога есть цель для вашей жизни. And I encourage you. И я хочу вас вдохновить. Because God uses suffering. Потому что Бог использует страдания. For His glory and honor. Для своей славы. We know the story of this man Naaman. Мы знаем историю этого человека Неймана. This young girl says, "Go and you will be healed." Эта девочка сказала: "Иди, и ты будешь исцелен." She exercised her faith. Она испытала свою веру. In the middle of her suffering. Посреди своих страданий. Right where she was. Там, где она была. And that's the word of God for you today. И это слово Божье для вас сегодня. If God called you, если Бог призвал вас, He equipped you, если Он оснастил вас, He has a plan for you, у Него есть план для вас. All you have to do, все, что вам нужно делать, obey, подчиниться. You will be, you might be, может быть, вы a couple words away, a few words может away, быть, вам нужно быть всего несколько слов, to experience a miracle, для того, чтобы испытать чудо, in your life, в вашей жизни. Just like the young girl said. Так как эта маленькая девочка. If he goes and sees the prophet, пожалуйста, пойди и увидь пророка. He will be и будешь исцелен. Speak up. Вознесите свой голос. Don't be quiet. Не отмалчивайтесь. Serve the Lord right where you are. Служите Богу там, где вы есть. And he will honor everything that you do. И Он даст вам все, в чем вы нуждаетесь. We are the extended hand of God. We are the extended hand of God. We're instruments of yes, God. Мы являемся инструментами в руках Божьих. Created for His purpose. Созданными для определенной цели. Oh, when suffering comes. И когда приходят страдания. We feel the pain. Мы ощущаем боль. We want to give up. Мы хотим сдаться. We want to throw the towel. Мы хотим бросить все. We want others to serve. Нам не хочется заниматься собой. And we want to come and isolate ourselves. Мы хотим убежать, уединиться. And the enemy is glorified. И враг в это время прославляется. But when I say, I know that I'm suffering. Но когда я говорю, да, я знаю, что я страдаю. But that's not going to stop me from serving. Но это не остановит меня в служении. Yeshua is glorified. Yeshua прославляется. Amen. Amen. So what do we do now that we know these things? И что же нам делать, когда мы знаем уже эти? Now that we know that we are called to serve the Lord. Так как когда мы знаем, что мы призваны служить Богу. That it's not about me, but it is about Him. И это не дело во мне, все к Нему и от Него. What do we do? Что нам делать? Ephesians again 5:10. Слово Ефесянам 5:10. I tell you what it says. Okay, вам не надо читать, я скажу вам, что написано. Find out what pleases the Lord. Find out what pleases the Lord. Приблизьтесь к Богу. Взыщите Бога, и Он приблизится. Let's read. Ephesians 5:10. Старайтесь дознаться, что приятно Господу. So find out what pleases the Lord. Найдите, что будет приятно Богу. I remember when I knew that the Lord had called me. Когда я узнал, что Бог призывает меня, I said like Isaiah. Я сказал как Исаия. Lord send me. Господь пошли меня. Use me. Используй меня. Don't send anybody else. Use me. Не послай кого-то другого. Меня пошли. And the Lord sent me to the deepest part of the jungle. И Бог послал меня в самую глубокую чащу джунглей. In Peru. В Перу. With the mosquitoes. С москитами. Far away. Далеко. And I said, Lord, you heard my prayer. И я сказал, Господь, ты услышал мою молитву. Send someone else now. А теперь посылай кого-то другого.
It would be in their sense. И это в где-то вот в этом смысле. We're reaching out to people. Мы достигаем людей. That's in the deepest part of the jungle. В самых глухих дебрях джунглей. They need to know the Lord. Которым нужен Господь. Because of someone was obedient. Потому что кто-то был верен. And answered the call. И эти люди знают там Бога, потому что кто-то был верен, кто-то пришел. So my question to you today is, are you ready? И мой вопрос к вам сегодня: а вы готовы? To answer the call. Ответить на его призыв. The Bible says, Paul says that he was convinced that all of us. Рав Шауль говорит здесь в Писании о том, что он уверен в том, что каждый из нас. In my words, we're all capable to minister. И я также согласен с ним, что все мы достаточно подготовлены для служения. If I say that I don't have anything to offer, если я говорю, что мне нечего принести, then I'm making God a liar. То тогда я выставляю Бога лжецом. And that's a sin. И это грех. Serve the Lord. Служите Господу со всем вашим, со всем старанием вашим. Money or no money. С деньгами или без денег. Happy or suffering. Радостны или в страданиях. Serve Him. Служите Ему. Peter says that it's just a little bit of time here that we're going to be suffering. Поверьте, даже несмотря на страдания, некоторое время тут. And we're going to be joyful for eternity with Him. И мы будем в радости с Ним на небесах. Amen. Amen. Maybe the first thing that you have to do today is say, Lord, forgive me. Может быть, первое, с чего стоит начать, это сказать: Господь, прости меня. Because you have let go opportunities that God has given you in the past. Потому что ты давал столько возможностей нам в прошлом. And you probably say, ah, no, no, no. А мы отказывались. Maybe later. Может быть, потом. Maybe you need to say, Lord, forgive me. Может быть, нам надо сказать: Господь, прости нас. I'm willing. Я хочу. Just like He was willing. Так как ты захотел. To die for us. Умереть за нас. Will you stand? Давайте встанем. Can I pray for you? Могу я помолиться за вас? Father God, I thank you. Отец Небесный, я благодарю тебя. This morning. В это утро. For the opportunity. За возможность. To hear your word. Слышать слово Твое. Father, you know the hearts of the people in this place. Отец, ты знаешь сердца людей здесь. You know the desire of their hearts. Ты знаешь желания сердец. You know what they're going through right now. Ты знаешь, через что они проходят сейчас. But you are great. Но ты велик. Your word says that you will never leave us nor forsake us. Твое слово говорит, что ты никогда не оставишь, никогда не покинешь. As your promise, O Lord. Как твое обещание. Today we want to focus on you. Что каждый, кто сосредоточится на тебе. We want to put our suffering on the side. И оставить страдания свои в стороне. And we want to look at you. И узрит тебя. We want to say thank you. И скажет спасибо тебе. Thank you. Спасибо тебе. Тогда. Тогда, Lord. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Господь. Forgive us what we need. Прости нас. Father, I pray a special anointing. Я молюсь об особенном помазании. Upon this congregation, Lord. На этом собрании. That every man and every woman in this place. Чтобы каждый мужчина и каждая женщина, каждый мужчина. We live this day on fire. И зажглись огнем. I'm fired for you, Lord. Огнем для тебя. Let their eyes be open. Позволь нашим глазам быть открытыми. And ready to share your love. И быть готовыми делиться твоей любовью. With those in need. С теми, кто в нужде. Let them see, Lord God. Позволь нам видеть. Like never before. Позволь нам не оставлять. The need of others. Нужды других людей. Just like you see our need. Так как ты видишь наши нужды. Let them see the pain of others. Позволь нам видеть боль других людей. Just like you see our pain. Так как ты видишь нашу боль. Let them be instruments. Позволь нам быть инструментом. Or your kingdom, God. В твоем царстве. Let them see miracles and wonders. И видеть чудеса и знамения. As you said, they will follow us. Так как видели те, кто шел за тобой. Father, in the name of Jesus Christ, по имени Иешуа, pour out your anointing.
Наполни нас Твоим помазанием. Pour out your anointing, O Lord. Наполни помазанием. Let it overflow in this place, Lord. Позволь нам течь в этом. Let it be the spirit of tongues in this place. Господь, пусть этот дух косойдет, как язык. Let this place be the place known. Пусть это будет место известное. By people coming. Куда люди приходят. And receiving healing, O God. И получают исцеление. In this place. В этом месте. Because in this place, потому что на этом месте, the Holy Spirit, Дух Святой, our healer, исцеляет, reigns, и правит. Father, we praise you. Мы превозносим тебя, Господь. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Thank you, Jesus. Аминь.